2 мая в Сургуте горело здание бывшего туберкулезного диспансера. Сигнал об этом поступил на пульт диспетчера 01 в начале 2 ночи. По прибытии подразделения огнеборцев площадь пожара составляла 600 квадратных метров. На месте пожара работали 12 единиц техники и 36 человек личного состава подразделения МЧС. Потушить деревянное строение удалось только в 5 часу утра. В результате пожара пострадавших нет.